Сколько военный оркестр военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Крылева? Какой-то серьезный оркестра является капитан Андрей Потапов. Ваши аплодисменты, друзья! Да-да-да, мы буквально в двух словах рассказали про замечательный сводный оркестр Академии Дыма. Ты знаешь, Даниил, сделаю неожиданный ход. Перейду на эту сторону Невского и проверю их настроение. Друзья мои, справа по ходу движения аплодируют. Слева по ходу движения аплодисменты не очень слышно. Отлично. Мы шлем вам воздушно-цветочные поцелуи. Что ж, друзья, может, мы сыграем? Я в свою очередь подойду в правой части. Друзья, перекричим левую. Покажем, насколько мы рады встречать наши прекрасные коллективы. Друзья, Чего? Смотри, что достать.
восстановиться солнышко. Оно озарило нас и радует нас своим визитом. Очень скоро, когда погода благоволит такому грандиозному действию, друзья. Я думаю, самое время представить оркестр, который приехал к нам издалека. Издалека, Пермь. А именно Пермский губернский оркестр. Пермский губернский оркестр – один из самых ярких творческих коллективов Пермского края и Западного Урала. Яркий коллектив – это шоссе, Касым Айтбаев. Друзья, давайте поаплодируем.
Смотри, сейчас будет. Смотри, смотри, Вик. Смотри, в маске стоят. Смотри, там в маске стоит. Училища имени генерал-лейтенанта Халилова.
Московское военно-музыкальное училище было образовано в 1937 году. За свою 80-летнюю славную историю училище подготовило более 3000 музыкантов. Сегодня суворовцы демонстрируют свое исполнительское мастерство не только в России, но и по всей Европе. С 1998 года традиционные стали ежегодные поездки оркестра суворовцев учили в Швейцарию на суворовские льды, посвященные переходу российской армии Суворова через Альпы. Оркестры суворовцев принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международно-военно-музыкальных фестивалях. Ну и, конечно, нельзя сказать о художественном руководителе, начальнике Московского военно-музыкального училища, о заслуженном артисте Российской Федерации и Григория Герасимове Александрова по указу Петра I. В далеком 1601 году первого в России высшего светского учебного заведения. Друзья, посмотрите, изящные повозки с звездными конями, которые проезжают по Невскому проспекту. Ну, а эта композиция называется «Лестница». «Лестница» — это также исторический, культурный и архитектурный символ Санкт-Петербурга. Место, с которым связано рождение города, и